Я не думаю, что мы можем говорить об отставке табачника сегодня, а в нынешней ситуации отставка табачника – это было бы как бы идеологическим шагом в сторону от как бы позиции избирателей Януковича. Это был бы шаг навстречу критикам табачника со стороны оппозиции, со стороны как бы национал-демократического лагеря. И я не думаю, что это решение позитивно было воспринято основной частью избирателей Януковича.